Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я расскажу вам, как можно в домашних условиях справиться вот с таким вот разрывом в страницах, в книжных страницах. Бывают утраты большие, маленькие, но в нашем случае утрата вот такая вот небольшая. Для того, чтобы устранить подобную утрату, нам понадобится пищевая бумага, которая подходит по цвету. Пищевая бумага бывает потемнее, вот, бывает такая вот светленькая. Берем пищевую бумагу для того, чтобы переход не был заметен, потому как пищевая бумага достаточно тонкая. И обычная бумага для печати не пойдет для доставки вот такого вот фрагмента. Так как у нас отсутствует в этом случае уголочек, то есть фрагмент, где есть уголочек, поэтому мы будем вырезать из пищевой бумаги квадрат, то есть угол. Вот таким вот образом подставляем с небольшим запасом. Берем карандаш. Карандаш должен быть достаточно хорошо заточенным и с небольшим, получается, нахлестом, буквально там в 2-3 миллиметра, делаем меточки. И проводим карандашом линию, по которой мы будем в дальнейшем бумагу эту отрезать. Итак, у нас получился вот такой вот листочек для доставки. Но здесь есть пометы, которые мы делали карандашом. Их мы аккуратненько убираем, чтобы их было не видно. Так, все, у нас есть готовый листик. Берем клей, жидкий клей, это может быть обойный клей, как в нашем случае, либо это будет ПВА, и с уже таким жиденьким клеем с помощью кисточки будем сейчас приклеивать. Чтобы наша конструкция вся эта не склеилась друг с дружкой, нам понадобится картонка и вот такая вот мультифорка. Подкладываем картонку для того, чтобы не запачкать все вокруг и страницы ниже, мультифорку, чтобы все это не приклеилось, не просочилось. Ну и дальше вот таким вот способом смазываем клеем место склеивания. И приклеиваем. Для того, чтобы убрать излишки клея, клей мы используем жидкий. Жидкий обязательно нужно марлечку, тряпочку хорошо впитывающую. И вот так вот это все дело продавить. Дальше мы берем бумагу для выпечки. Она такая немножко гладкая. И вот этой гладкой стороной закрываем место склеивания. Используем еще картонку. Подкладываем картонку для создания такой вот упругости. С обратной стороны у нас тоже будет бумага для запекания. Тут у нас выступил клей. Клей собираем. Опять же, бумага для запекания, для того, чтобы все это не склеилось между собой. Картонка. Закрываем. И нужно какое-то время подождать. Обязательно сверху пригружаем. Можно положить несколько книг сверху, можно положить какое-то что-то тяжелое, камень или, не знаю, книгу, и сверху банку с водой. Ну, нужно пригрузить. После того, как мы нагрузили, подождать нужно хотя бы 15 минут, чтобы увидеть, что получилось. Итак, у нас прошло минут 10-15. Посмотрим, что у нас получилось. Снимаем груз и смотрим, как у нас восстанавливается наша утрата. Итак, доставленный кусочек бумаги. Вот, и теперь осталось только подровнять. Можно это сделать ножницами,
А можно это сделать с помощью вот такой вот картонки и линеечки, чтобы это было наверняка ровно. Так, нож обновим. Нож должен быть острым, чтобы бумага не зазубривалась. Так, выставляем ровно линеечку. Отрезаем. И все, лист у нас доставлен. И благодаря тому, что бумага тонкая, здесь не создается утолщение. Вот таким вот образом в домашних условиях мы можем восстанавливать книжные утраты, как большие, так и мелкие. Всего вам доброго!